Как же все-таки зарабатывать на этом Ютубе? Все меня спрашивают уже, у кого-то не получается, кто-то проходит даже обучение, не получается. Ну, смотрите, самый простой способ, я о нем уже рассказывал, это всегда записывать видео. Обязательно что-то стрельнет, и просто нужно иметь упорство на 3-4 года. Но все не хотят 3-4 года ждать, все хотят сразу прибыль, прямо здесь, прямо сейчас, прямо сразу 100 тысяч. Есть способ, который уже многие рекламодатели раскусили, но еще попадаются, не буду называть людей, это коммерческая тайна, как люди зарабатывают таким способом. Итак, что за способ такой, Паш? Способ такой. Вы в стиле бизнес-интервью Дудя, Олега Тинькова, там, может быть, еще какие-то есть хорошие примеры, там, нежный редактор. Вы берете бизнесменов, собираете и берете у них интервью. И, конечно же, эти бизнесмены понимают, что на YouTube-канале это ваша компания, они узнают, придут целевые клиенты или просто очень хороший бренд-лифт, имидж компании будет как бы высокий. Вы есть на YouTube, у вас задали все вопросы. Пускай не у Дудя. Итак, вы как-то своими силами снимаете или тратите там 2000 на оператора, 1000 рублей на монтаж, 3000 рублей на видео. Ну и его оптимизируете, настраиваете рекламу, допустим, за тоже 10 тысяч рублей. Итого у нас... Нет, не так. Настраиваете рекламу за 5000 рублей, 2 у вас 1000 стоит съемка, 1000 рублей монтаж. Рекламный бюджет вы закладываете 30 тысяч рублей, примерно по 30 копеек вы получаете просмотр. Это настоящая официальная реклама Google AdWords. Ну, вы настраиваете так просмотры, или, может быть, даже дешевле. И рекламодатель в среднем по рынку цена, и вы это говорите вашему клиенту, бизнесмену, платит вам 60 копеек за просмотр. Справедливо? Справедливо. Да, это средняя цена, плюс-минус так платит рекламное агентство. И вы говорите, ни рубль, ни два, ни пять, вот 60 копеек, окей, окей. То есть, и говорит, ну, смотрите, посмотрим, как будет реагировать аудитория на это видео. Делаете ему за 30 тысяч рублей 100 тысяч просмотров. Он вам платит за это 60 тысяч рублей. Из них вы вычитаете 30 тысяч рублей на рекламу. И мы с вами посчитали 2000 съемка, 1000 монтаж и 5000, я сказал, настройка, да? Правильно, реклама таргетированная. Итого еще 8 тысяч рублей, то есть 38 мы вычитаем, 60 получаем. Остается у нас сколько? Напишите в комментариях. Остается 22 тысячи рублей, то есть 22 тысячи рублей с одного видео, которое вам нужно потратить, ну да, договориться, конечно, найти, но самое главное, на съемку потратить максимум там 2 часа. Таких видео можете снимать 8 штук, 22 мы умножаем на 8. Давайте быть честными, 8 вы в месяц не снимете, скорее всего, это будет 4 видео. Вот 4 видео умножаем на 22, получаем почти 100 тысяч рублей. Вот так можно зарабатывать, когда вы любите общаться с бизнесменами, вам интересен их бизнес, вам это интересно послушать и на этом еще и зарабатывать. Кстати говоря, примерно так и зарабатывает компания, вернее, видеоканал «Люди дело». Вот. Только там немножечко другие цифры. Поэтому подпишитесь на канал, узнаете все подробности о заработке в Ютубе, об оптимизации, об настройке. Все о Ютубе. Кончился видос, что мне делать? Не вопрос. Будто босс, я ответ тебе преподнес. Мой совет про канал, подпишись на канал и закрыли вопрос. Stuff like it.